Дорогие сотрудники органов внутренних дел, уважаемые ветераны, сердечно поздравляю вас с Днем сотрудников органов внутренних дел. В этот теплый, воистину праздничный день хотелось бы пожелать вам удачи, здоровья и семейного благополучия. Этот год, 2020, год воинской славы. И мы не можем не вспомнить 251 сотрудника милиции, погибшего при защите города-героя Севастополя в 1941-1942 году. К сожалению, 12 сотрудников в мирное время погибли при исполнении служебного долга. Мы не можем не вспомнить такие имена, как Андрей Усанин, Виктор Настенко, которые ценой своей жизни сделали так, чтобы этот город оставался мирным. И сегодня весь гарнизон полиции, а это более 2000 человек, продолжает достойно нести службу на благо горожан. С праздником, дорогие друзья!